Красное мясо приводит к раку. Наверное, так давайте сформулируем, что большое количество употребляемого красного мяса может быть фактором риска развития рака толстой кишки. Пока не совсем понятен именно биологический механизм, много связывают это с гемоглобином и метгемоглобином, который содержится в красном мясе, собственно, который придает ему красный цвет, которое каким-то образом при взаимодействии, видимо, с бактериями нашего кишечника может, скорее всего, поддерживать рост определенного типа бактерий, которые могут способствовать развитию рака толстой кишки. Это не значит, что все люди, которые едят красное мясо, у них обязательно будет рак толстой кишки. Просто у этих людей вероятность развития раковой опухоли выше, чем у тех людей, которые красного мяса едят немного. Само по себе красное мясо, оно, конечно же, полезно, потому что тот же метгемоглобин, он способствует формированию собственного гемоглобина человека, который ему нужен для поддержания нормального состояния и нормального количества эритроцитов в крови, чтобы насыщаемость крови кислородом было на хорошем уровне. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения человек должен в день кушать не более 100 граммов красного мяса для того, чтобы уменьшить риск развития рака толстой кишки.